Как я очень сильно рад тому, что я сегодня вместе с вами смог выбраться на рыбалку. Не стал я сегодня забираться далеко от дома, а выехал на речку, которая протекает рядом с моим городом. Но выбрал участок реки, который очень необычный. И сейчас я покажу вам снимок из космоса, и вы сможете сами убедиться и посмотреть, в чем его необычность. Обратите внимание на то, как изрезана вся река. Дело в том, что несколько десятков лет назад тут ходила драга и изувечила первозданный вид реки до неузнаваемости. Однако вместе с этим теперь появилось громадное количество перспективных для рыбалки уголков и мест. Однако искать рыбу здесь довольно сложное и долгое занятие, потому как просто глаза разбегаются от обилия перспективных мест. Накануне этой рыбалки мне пришло мое новое приобретение – это подводная камера. И теперь поиск рыбы выходит на совершенно новый уровень. Ну а сейчас давайте пробурим несколько лунок, и там уже я вам расскажу и покажу, что и как мы сегодня будем с вами делать, как будем искать рыбу и как вообще будем рыбачить. Вышел я на достаточно перспективный такой разлив. Сейчас пробурил луночки тут посередине, по старым тычкам. Ну и вот там вот кое-где у деревьев. Сейчас возьму, значит, камеру и проверю все эти лунки. Посмотрю, есть ли тут рыба. Если нету, ну значит будем идти и буриться дальше, пока рыбу не найдем. Камеру я себе взял Калипсо. Поначалу хотел заморочиться самостоятельно, изготовить камеру. Но ввиду нехватки времени и как бы надо достаточно хорошо знать электрику и как-то выдумывать, значит, герметичный корпус для камеры, где-то заказывать, что-то составлять, это все очень много времени бы ушло. Взял, в общем, камеру Калипсо. Значит, пришла она мне примерно за неделю. Значит, есть у нее тут в комплекте плавник вот такой вот. Значит, но в условиях рыбалки на реке, значит, я его пока снял. Почему снял? Потому что если, значит, течение будет дуть в этот плавник, то камеру будет достаточно трудно разворачивать. Дальше, значит, вот здесь вот элемент крепления шнура к камере идет такой специальный, но, к сожалению, значит, этот шнур отсюда выскакивает. Поэтому я обмотал все это дело изолентой. Ну и сюда вниз прицепил лунцовый грузик для того, чтобы камера достаточно быстро у меня погружалась. Ну а так тут все просто. Значит, она идет уже в чехле, получается, то есть как бы защищена дополнительно от попадания, значит, влаги. Вот так вот она выглядит. Все работает здесь очень просто. Значит, камеру включаем. Все. Вот она у нас уже показывает картинку. Значит, здесь липучку отодвигаем. И проводок разматываем и опускаем в лунку. И вот у нас уже пошла, получается, картинка. Так, ну вот, видим дно, получается, проводок покрутил. Ага, вон там вон какая-то коряга лежит, вон здоровая. Вокруг оси проводок крутим. Вот так. Рыбку не показывает. Значит, рыбы нету. Ну, пойдемте на следующую лунку, значит. Значит, тут сразу же в комплекте шла флешка на 2 гигабайта. Но я ее заменил, поставил на 16. Видеозапись происходит. То есть вот эту вот кнопку нажали один раз. И все, и сразу же можно записывать. Дальше тут есть еще функция включения, получается, инфракрасной подсветки, тогда, когда рыбалка происходит на большой глубине. Делается это все просто тут, в общем, солнышко такое, вот оно написано, инфракрасное. Стрелочку вниз. Так, инфракрасное. Стрелочку вниз, раз, все, у нас уже инфракрасное глубине получается пошло. Вот. Так. Сейчас. Но как бы в условиях, получается, реки, тогда, когда течение несет очень большое количество взвеси,
эта функция, она как бы постольку поскольку не нужна. Поэтому я пользуюсь обычным видением. Ну вот, в принципе, и все. Также тут есть меню, в котором можно выбрать язык. Ну, в общем, камера простая, как автомат Калашникова. Работает вроде как нормально. В общем, будем идти, будем сверлить лунки, будем искать рыбу. Где найдем, там будем начинать рыбачить. На этом пятаке камера рыбу не показала, поэтому я не стал терять время, дальше тут все разбуривать, а решил немного еще прогуляться по реке и посмотреть, какие тут еще есть места, и где-то, может быть, попробовать поискать окунь или сорока. Тут вот намывы такие страшные, поэтому продвигаемся вдоль берега аккуратно. Ну что, друзья, на реке на то я дошел до такого достаточно неприятного места, не стал рисковать, не стал лезть в полынью и так далее, и решил немного поменять место дислокации. Переехал примерно на, ну, сколько тут, на 5-6 километров вверх по течению, и сейчас тут нормальный лед, нормальный такой большой обширный плес, на котором сейчас поищем окунька, поищем сорожку. Ну, естественно, я вам все это дело покажу и начнем рыбалку. Красота, лепота, минус 20. Штиль, речка рядом с городом, выходной день, и на воде вообще никого нету. Прям сегодня вся река нам одним вместе с вами предоставлена. Ух, сейчас рыбу где-нибудь найдем, засвернемся. Может, найдем сразу окунька и сорожку, закормимся и немного подбасим на безмотылку. Огонь! Ну, смотрите, какие два дерева тут лежат. Сейчас мы тут буранем несколько лунок, посмотрим, есть ли тут окунек. Ну и если он тут есть, половим. Если нет, дальше пойдем. Так, на другой луночке что у нас? Какая коряга. Здоровая. Сейчас я вам ее покажу. Во какая. В общем, дал я тут еще лунок ряд вдоль берега. Сейчас камера быстренько все это дело пробегу, посмотрю. Если где-то рыба будет, я вам ее покажу. Ну вот, первая рыбка. Окунек. На мелководье. Ну что, друзья, первых окуней я нашел. Сейчас по-быстренькому эти луночки обловлю. И, скорее всего, двинусь дальше. Ну вот, ребят, попался окунек. Вот он. Как жадно заглотил, как прям уж вон куда. Ну все, можно идти дальше. Я думаю, что сейчас подойдем туда куда-нибудь за поворот. Посмотрим, живет там кто-нибудь в корягах или нет. И если что, если вдруг увидим плотву, то закормим десяток лунок, может поменьше. Попробуем половить. Хотел я пройти за поворот, но что-то тут опять какие-то промоины. Наверное, надо возвращаться назад, снова на плес. И попробовать на плесе снова поискать рыбку. Ну ничего, рыбалка она на то и рыбалка, как говорится. Скалы какие тут красивые.
дышится хорошо. Природа, красота. Ну ладно, пойдем назад. Вернулся, в общем, я примерно в то же место, где мы половили окуньков. Просверлился ближе к руслу. И вот увидел то, что вдалеке тут мелькает плотва. Ну и, соответственно, нашел вот тут еще корягу такую интересненькую. И вот как раз на этой лунке сорожка-то и проплывала. Так что, я думаю, есть смысл закормить лунки и немного попить чайку, подождать, пока рыба подойдет. Пусть количество 7 штук. Сейчас я их закормлю. Водички. Сейчас все замешаем. Ну все. Поехали. Первая пошла. Вот так, ребят, выглядит мощный северный бутер. Колбаса, покрытая льдом. Здоровенная кружка чая и красный нос. Будьте здоровы. Фу, аж прям жить охота сразу. Наконец-то попала первая рыба, первая плотвичка на гвоздик с латунным шариком. Но это, конечно, вообще трудовая рыбалка. Подлунка показывает такое громадное количество рыбы, и она просто тупо отказывается клевать. Я не понимаю вообще, в чем проблема. Я прошел несколько лунок, и вот только-только случилась первая поклевка, а уже прошло, наверное, минут 20 или даже клевать. Водку еле-еле душа в теле приклинулась.
поменял мормышку, поставил ядреный глаз. Сразу же поймал маленькую плотвичку. Не знаю. Может, на самом деле на ядреный глаз сейчас будет клевать. О, какая красавица клюнула. Ядреный глаз опять выручает. Ну какая красотка. О, огонь. Вот она. О, что это там такое? Чебак. Что надо? С точками с какими-то. В общем, рыбалочка сегодня была как минимум трудовая. Значит, рыба. Я еще никогда, я даже представить себе не мог о том, что вообще в принципе такое возможно. Такое обилие рыбы под лункой, и так плохо она отзывалась на всяческие мормышки, на всяческие мои хищрения. Пробовал я сегодня на сырный кубик, пробовал я сегодня на латунный шарик, пробовал сегодня на ядреный глаз и на чертик. Ну, я даже уже просто не знаю, что этой рыбе я могу предложить. В общем, вот такая вот интересная рыбалка получилась. Значит, рыбку я все-таки поймал, конечно, но не в том количестве, в котором я хотел бы ее поймать. Друзья, если у вас есть какие-то мысли по поводу всего увиденного сегодня, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Потому что у меня, если честно, в голове не укладывается, как, в принципе, такое может быть. Но у меня на этом все. Я уже окончательно задубел, и поэтому пришла пора ехать домой. Увидимся с вами в следующих видео.